Всем привет, ребят! Сегодня мы сделали такой видосик, ну, скажем так, просто обзор нашей теплички. Поговорим о наших растениях, поговорим о фильтрации этого бассейна. Вон, видите, какая чистенькая. И рыбки, кстати, ручные-ручные стали. По растючке, ребят, высадил сюда я валиснерию, криптокарину, парочку эхинодорусов, роголистник, монетницу, ну, пистия, вон она, довольно-таки, кстати, неплохо прижилась. Вот он, кстати, вы видите в данный момент фильтр. Ребят, это времянка стоит, это не постоянно. То есть в данный момент это я сделал на скорую руку, я засыпал керамзит, вот, камнями он придавил шлангу и установил стерилизатор, лампочку. Лампа, она 5-ваттная, прикрыл ее, чтобы в глаза не било мне. Ну и благодаря этой лампе водичка, видите, как слеза, чистая-чистая. Все растения я высадил по горшочкам, те, которые у меня были. И, кстати, ребят, очень-очень много мальков. Сюда уже было запущено, наверное, штук 70 или 80 гупиков, и подростков, и взрослых уже особей. И по малинезиям, в принципе, количество их не поменялось. То есть, как было их 12 штук, так и осталось. Единственное, что мы добавили пару снежинок и парочку желтой малинезии. Ну, вот здесь вот в травке у нас прячутся малечки наши. Единственное, кстати, ребят, вот растения немножко пострадали. В тот день, когда я их пересадил, не было возможности снять видео, я был сам, руки были мокрые. В общем, ну, к сожалению, не получилось снять. Вот он, малечек, видите, поймал. Поэтому растения начали сначала немножко гнить. Вот. Я сначала расстроился, думал, зря пересадил. Но вот буквально второй день начинаю наблюдать, что они все-таки приходят в чувство, начинают уже прорезаться новые листочки. Корневая уже у писти даже неплохая стала. Вон, кстати, видите, снежиночка была, парочка. Вот. Здесь вот еще он какое-то растение попалось непонятное. В общем, ну, не знаю, как рыбкам, ребят, мне нравится. Я думаю еще добавить сюда растений всевозможных. Но для начала надо будет сначала сделать фильтр. Кстати, по поводу сетки затеняющей, вот она, мы ее натянули, гораздо лучше стало, нет таких прямых солнечных лучей, потому что реально вода зеленела ужасно, ужасно была зеленая, как вот болото прям. Вот, кстати, моя вот рассада в виде петрушечки, укропчика, лучок слабенько, даже снимать не хочу. Вылезет, потом сниму его. Вот, кстати, от солнца, видите, что произошло с комнатными растениями. Аж погорели они. Поэтому пришлось им натянуть сетку маскировочную. Вон, сомик крапчатый там на дне. В растениях, кстати, даже есть мальки малинезии. Но, ребят, сейчас я, к сожалению, их, наверное, не найду. Я видел, штук 5 плавали буквально сегодня утром. Они выплывали кушать. Сейчас попробуем подвигать горшочки наши. Может быть, где-то они и прячутся там. Ну, пока, к сожалению, не вижу. Вон, губики прям ручные в руки лезут. Ну, нет, к сожалению. Может быть, сейчас здесь посмотрим. Тоже, тоже, ребят, не вижу малинезии. Ну, в принципе, ну, значит, спрятались. Будем надеяться, что спрятались. Водичка тепленькая. Вон, гляньте, как, кстати, какой корень. Видите, это буквально за несколько дней такой корень пустил. Я когда пересаживал, был совсем маленький. Ну, ребят, подписывайтесь на мой канал. Ну, и подписываемся в группу ВКонтакте. Ну, пока-пока.